Привет, ребята! Кому интересно, что у меня в аквариуме, сейчас расскажу. Смотрите, кто у меня появился. Две вот такие классные зеленые скалярии. Вот они какие красивые. Ой, не скалярии, тернеции. Они отличаются от вот этих вот тем, что у них есть еще и полоски. Понятно, что эти рыбки геномодифицированные, но... А вот эти вот полосатые, это наше разведение, российское. Потому что полосатая тернеция еще и зеленая. Это такой гибрид между естественной рыбой и искусственно выведенной. Вот, еще у меня появился гурами. Где он? Где наш гурами? А, вот он. А вот и сомик. Вот и сомик у нас. По вот он сомик. Лазит. Я решил взять маленького сомика, чтобы он лизал. Лазит. Лизал мне стенки, вылизывал дно аквариума, чтобы вылизывал. Вместо этого он сожрал улитку. Ну, не знаю, что-то вылизывает, ползает. Как только исчезнет рыба, исчезнет вслед за ней и сомик. Так, где гурами? Какая рыба? А, вон он сидит. Какая вон рыба? Вон там в угол пытается пролезть гурами. Вон он. Вон на той стороне. Гурами. У него два таких тоненьких плавничка, которыми он может все щупать. Он их выставляет вперед себя и щупает. Он может подплыть к какой-нибудь рыбе и ее потрогать. Так смешно наблюдать за этим, когда он кого-то трогает. И они все от него убегают при этом. Вот, смотрите, какие тоненькие плавнички есть. В дополнение к основным. Они как, у него как ручки. Он подплывает к стенке, стенку потрогает. Живут мирно рыбы, никого не едят. А икру едят. Да, тут Саша раскрыла секрет. Что же это у нас за сетка? А вот что у нас за сетка. У нас скалярии сегодня родили икру. Когда мы пришли с Сашей с работы, мы увидели икру. Икру. Отсюда ее не видно. Вот, наверное, вот так видно. Вон она, на трубе, на черной. А потом ее... Пришлось отгородить, потому что рыбы ее начали съедать. Это еще не все. Я подумал, что рыб у меня слишком много. И решил часть отсадить вот сюда. А ты мне сказал, что... Теперь... Что? Шесть рыбок у нас живут вот здесь. А остальные вот здесь. Секрет. Что они едят. Какой секрет ты раскрыла? Ну, что они едят. А, мы ведь сначала с Сашей подумали, что наши скалярии начнут ухаживать за икрой. А они ведь сначала и начали за ней ухаживать. Они махали плавничками на нее. Одна скалярия махала плавничками, а другая вон та. Вон та отгоняла врагов. Так было интересно наблюдать. Но потом, когда мы поставили вот эту перегородку и оставили там только скалярий, мы заметили, что скалярии начали ее поедать. Пришлось скалярий тоже отсадить. И икра у нас теперь в гордом одиночестве. Ну, посмотрим, выживет она или нет. И вырастет. Посмотрим, что будет с икрой. Первые две партии икры у меня пропали, потому что я ее пытался отсадить. Теперь я ее отгородил. Вот так. В этом аквариуме я экспериментирую с растениями. Посмотрим, что получится от вот этой питательной таблеточки. Она практически не растворяется. Что она там питает, не знаю. А что она делает? Пачечка этих таблеток стоит 500 рублей. Зачем это таблетка? Ну вот такие дела. Зачем тебе эта таблетка, пап?